Привет, мальчики, привет, девочки, а также их родители, дедушки и бабушки. Сегодня в обзоре мультяшный герой Трансформер Кватран. Из одного такого робота-трансформера трансформируются 4 машинки. Такой замечательный робот. Он довольно-таки уверенно стоит на ногах, можно поставить шире, уже. Руки поднимаются вверх у нас и отсоединяются. Такая полицейская машинка замечательная. Вот такой вот мини-венчик. Так, кто еще у нас движением назад отсоединяется? Здесь 2 кнопочки, утапливаем, опускаем. И голова. Три и пожарная машина. И пожарная машина. Вот таких замечательных 4 машины получается из этого большого робота. Теперь делаем обратно. Собираем робота с наших 4 машин. Пожарная машина есть. Есть ноги разъединены. Это у нас есть. Эту часть мы опускаем. Вот так вот. Мы ставим. Следующая у нас идет эта машинка. Поддеваем. Есть. Голова. Есть. Присоединяем туловище. Это у нас есть. Теперь рука. Тут у нас просто. И вот так. Вторая рука. Есть. И Кватран у нас в собранном виде. Замечательный робот. Легко трансформируется. Замечательная игрушка. Да, еще я упустил. Вот в наборе есть инструкция, которая показана, как правильно трансформировать. И есть еще набор наклеек, чтобы украсить данные машинами. Кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видеообзоры об игрушках. Кому нравится, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. До свидания.